Всем привет, это Днище, меня зовут Саша, там Рома, потом мы свингнемся и... Ой, чувак, плохо, то есть... не надо свингаться. Давай просто сделаем слофи. Хорошо. Сегодня мы говорим про слофи. Студия не черная, потому что до сих пор нет нескольких элементов, которые сделают студию черной. Мы здесь отвечаем на ваши комментарии, но сразу хочу всем сказать, если вы здесь впервые вдруг, то жмите лайк, подписывайтесь. Это канал, второй канал Кедра, но по сути он не такой, как у всех второй канал, где, знаете, выпускают просто какой-то трэш, где абы было, и вот, ну, типа, на основной канал, к примеру, стримы не хочется грузить, и они создают там какой-то Кедр Лайф или еще что-то. Мы сделали этот канал не для стримов. И когда стримы здесь есть, они реально офигенные. Но вообще у нас этот канал для длинных рубрик, которые у нас уже есть некоторые там по 9 лет, как видеоблог, к примеру, для Днища, для общения с вами, для того, чтобы, к примеру, поотвечать на комментарии из какого-то обзора. У нас рубрика называется «Апдейт». И почему я это говорю? Потому что нашу трансляцию посмотрели, в реал-тайме смотрели почти 5000 человек на новом канале первую трансляцию. Это на самом деле очень круто. Спасибо всем огромное. И до момента, как ее забанили, сейчас там счетчик уже отображается около 50 или 60 тысяч. И люди, как бы, может, пришли, но не понимают, что происходит. Я решил рассказать. Ну, кстати, да, трансляция у нас пока что забанена. Мы решаем этот вопрос, потому что Apple почему-то решила, что мы не можем сидеть возле телевизора и обсуждать то, что они там транслируют. А, кстати, да, забанили не из-за того, что мы всю трансляцию транслировали на телевизоре, не выводя даже на экран, а из-за того, что попали в кадр моменты игр, которые они презентовали, там игру одну, и именно этот момент заклеймился, мы его даже вырезали, но что-то как-то нет. Первый вопрос под Днищем. Максим Ремар пишет: ребят, очень интересует, оставите ли вы возможность писать свои блоги на сайте. Это чертовски классная возможность, которой я сам пользуюсь. Как по мне, Кедр — это проект, который очень тесно взаимодействует со своим комьюнити, чем так и выделяется среди всех остальных проектов. Спасибо большое за такой комментарий. Я тебя поддерживаю всеми фибрами своей души, прям честно тебе скажу. Но, к сожалению, эту функциональность мы удалим. Объясню почему. Дело в том, что таких, как ты, очень мало. И, возможно, они где-то есть в интернете, но на данный момент сайт Кедр, он не на том уровне, как был раньше. И нам вот надо будет заново развивать контент, надо будет заново там привносить туда много усилий, чтобы возродить и оживить аудиторию, чтобы заново там комментировать начали. Мы будем делать интересные материалы. И сейчас нет возможности еще и поддерживать блоги. Ни времени, ни технической возможности. Но я думаю, что мы просто сделаем отдельный почтовый ящик, на которые такие, как ты, смогут присылать свои статьи, мы будем их просто публиковать с пометкой, что это статья из комьюнити. Дело в том, что сейчас таких статей выходит не прям очень много в блогах, и поэтому мы, я думаю, легко сможем публиковать их с какой-то просто плашечкой прямо в основную ленту. Но там точно будет крутой контент, именно наш редакторский. Очень скоро. Надеюсь. Под Днищем Бопли пишет: здравствуйте. Так, господа, нужно авторитетное мнение. Я целиком поддерживаю Сашу с идеей «нельзя звонить». Что лучше написать человеку? Каждый раз больно видеть входящий вызов. Но у меня папа крайне негативно относится к нашим этим WhatsApp, Viber и прочим. Мол, доступ к данным и вот это вот все. Можете дать комментарий по этой теме, чтобы, так сказать, помочь отработать возражение. Спасибо, пока. Да, я хочу сказать, что если звонит папа, то возьми трубку и не выделывайся. Нет, ну я на полном серьезе говорю. То есть есть все-таки люди, которые вне вот этого всего. Я считаю, что родителей надо... Ну, я понимаю, что это не речь не идет про неуважение. Тут, опять же, зависит все от твоего отношения к родителям. У меня, к примеру, родители знают про мое отношение к звонкам, и они мне всегда пишут. Но некоторые же родители просто... Это нормально. Они там не понимают действительно, как писать. Для кого-то это тяжело, для кого-то это просто непривычно. Они всю жизнь, блин, звонили, а тут ты просто говоришь: а мне удобно, чтобы мне писали. Я больше всегда говорю про тех, с кем я работаю. Вот когда равнозначные со мной люди, будь он там богаче или старше, пофиг, но в моей сфере, если он меня начинает задалбывать или миллионом сообщений, или звонков, у меня всегда вопрос: ну зачем, откуда у человека столько времени и столько как бы наглости не экономить еще и мое время. Поэтому я всегда рекомендую людям не звонить, кроме крайней нужды. Крайняя нужда бывает даже
даже не такая, знаете, что кто-то заболел или авария. Бывает, мне надо что-то срочно человеку рассказать, но я за рулем. И действительно, тогда мне полезнее. Вот я дизайнеру иногда звоню, чувствую себя говном всегда, но я еду за рулем, мне надо что-то срочно сказать, что там сейчас привезут или еще что-то. Я звоню, извиняюсь. И я думаю, что я здесь не параноик, я действительно просто очень занят, и из-за этого я не понимаю, зачем люди звонят просто так. Вот, поэтому я извиняюсь, когда я звоню. Алло, Ром, ты там это... Мы тебя ждем тут на студии. Да, 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 расскажи почему. Потому что тебе сначала пишут все с 8 утра. Алло, Ром, блин, в чатике, ты где? И персональные, и в этот. Да, а потом тебе только звонить приходится. Но это как бы тоже крайний случай. Беспроводные модули, вот это вот 19-й год, пацаны, удобство, как оно есть. Ладно, это уходит сюда. Пиши, а то опять со звуком что-то будет. Здравствуйте, меня зовут Рома, Саша играет на барабанах. Александр? Блин, так приятно играть на барабанах, чувак. Я мог бы сидеть и играть на барабанах. Это же такие же чувства испытывает чувак, который играет на дрели или перфораторе. Нет, он дышит пылью еще. Я сейчас понял, почему я куплю новый iPhone. Первый вопрос под днищем. Пишет... Потому что там есть барабаны. Нет, на самом деле, чисто технически их там нет, но их можно скачать из магазина приложений. Не трогай мой кожаный. Хорошо, первый вопрос под несказанным. Я помню. Задавай. Задал Сархан Измиев. До сих пор ни один ужастик не пугал меня. Если знаете какой-нибудь жуткий фильм, то посоветуйте, пожалуйста. Это под новостями. Понимаешь, если тебя ни один ужастик не пугал, и тебе уже богатько Рокев, там, ближе к 30, то тебя вряд ли что-то напугает, разве что кредиты, ипотека и реальная жизнь. Фильмы тебя уже не напугают. Я просто с самого детства вот начал вот это «Оно», потом посмотрел в каком 2000-м «Звонок», мне очень понравился. Вот если ты ищешь офигенно снятый, вот реально по картинке и по цветокору «Звонок» один из самых лучших. Посмотри его, если не смотрел, он реально офигенный. Да, там вылазит девочка из телевизора и вот это вот все, типа классика уже занудна, но сама съемка, планчики и вот мне с точки зрения картинки, мне «Звонок» очень нравится. И там страшная девочка вылазит из телека, это вот до сих пор меня пугает. А вот после просмотра «Оно 2» клоуны теперь мне вообще ни почем подходить. Давай. А это Саша, да. А «Паранормал Активити»? Первые две части реально прикольные. Я, понимаешь, после первого Paranormal Activity вышла пародия, очень, ну типа очень страшное кино, какая-то там версия. И понимаешь, там очень сильно обстебали этот фильм, и каждый раз, когда я смотрю очередную часть Paranormal Activity, я вспоминаю пародию на Paranormal Activity, я просто ржу. Там элементарно, что типа в первой части там одеяло сначала сносили, да, потом начали двигать за ноги людей, а в копии там просто сидит парочка и сносит одеяло. Типа такой, господи, господи, это привидение. Вот такой, да не, я просто как бы и снесло одеяло. Саша смотрит фильм, кроме Форрест Гампа. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. О, посоветуйте фильмы офигенные, Саша, вот серьезно. В комментах. И во влоге мы поговорим, какие Саша посмотрел. Да какие, чувак, я, блин, спать не успеваю. Какие фильмы? Я в Бравл Старс третий день не играю. Поддержите лайком Сашу. За Бравл Старс и за фильмы, за вот это вот все. Просто я прошел Бравл Старс. Женя АМГ спрашивает. Премьер все равно не оценит такого железа в монтаже. Это где-то непонятно. Это возможно, чувак. В школе были люди, которые говорили, я прошел Counter-Strike. И вот это вот все. Саша прошел это самое, Brawl Stars. Counter-Strike же тоже нельзя пройти. Можно. Как? Это онлайн-игра. Там это обучение. По поводу, ладно, по поводу ноутбуков. На презентации сказали, что компании и Acer, и Asus начали более... тесно сотрудничать с ребятами из того же Adobe, и чтобы производитель оптимизировал свои проекты, такие как Photoshop, Premiere, вот это вот все. Что, что нет? Ну, нет, я говорю, да. На презентации сказали, что да. И нам пообещали то, что квадрики, новые квадрики будут более
правильно использоваться в этих всех задачах. И действительно, если вы возьмете ноутбук, в котором есть Quadro, то вы получите какое-то преимущество в плане скорости работы вот этого вот всего. Но это нужно тестить, и на данный момент мы знаем, что вот Premiere иногда использует все железо, которое у тебя есть, а иногда не использует. Элементарно, у меня в поездке на ноутбуке есть интеловское видеоядро, есть GeForce 1070, неплохая видюха, есть процессор. И у меня 8-минутный ролик, один и тот же. Я поставил на вывод, он выводил сначала 1.5 часа, а потом мне надо было одну правку внести, я нажал выводиться, и он вывелся уже за 6 минут. Потому что вот потому, Premiere. Надеемся, что это исправит. Никогда это не исправит, чувак, смирись, блин, нет, это Premiere, это говно. Я верю. Adobe должна, блин, сгореть как компания, хоть не фактически, не буквально, но что-то должно произойти, пусть ее, блин, купят. Google, что потом закрыть, понял? Саше просто за кадром позвонили, из-за этого он злой. Не обращайте внимания. Под нищим Антонио Давис пишет: поздравляю всех ребят из команды Кедра и Цигут Трип, особенно оператора, монтажера и ведущего. Как будто это один человек, например. Ну, это я. С переездом в новый офис. Ну да, в данном случае тебя. Подскажите, телефон до 20 тысяч гривен и желательно флагман или около флагман. Также думаю между Xiaomi Mi 9T и Samsung Note 8. Знаю, что Note морально устарел, но все же, заранее спасибо. Странно, что человек смотрит на эти телефоны, потому что они дешевле 20 тысяч гривен, причем заметно. Надо другие телефоны. Да. 20 тысяч гривен я бы рассмотрел iPhone XR. Это прям, ну, себе бы я за эти деньги взял iPhone XR. За эти деньги я бы смотрел Huawei P30 Pro. Он дороже, да? Да, он дороже, 24-23. Honor 20. Говно. Honor 20 Pro. Ну, Pro потом. Ну, Pro не держал. Говорят, что Honor 20 Pro очень хороший, мы его затестим, но прям люди от него в восторге, можно рассмотреть. Я бы за эти деньги 100%, почти с вероятностью в 100% на Android я взял бы OnePlus 7T Pro Plus Max. Ну, впритык тебе хватит. Ну, взял бы. А я взял бы Xiaomi Mi 9. 8 тысяч гривен, лучший вообще телефон, и не надо переплачивать. 8 тысяч гривен Xiaomi Mi 9. Он стоит 8 тысяч. Сейчас уже 8500 можно найти. Xiaomi Mi 9. Нафига какой-то другой телефон, когда в нем есть все, даже NFC. Святослав Баленко. Отсутствие кардридера — это офигенно пригорательно, тупо, мать вашу, какого хрена, все одним словом, 1-1-1. Блин, ну это реально большой недостаток. Ты, наверное, специально это оставил, думал, как я буду читать это одно слово, да? Нет. А я подготовился. Это хорошо, прочитал заранее. Хоть кто-то меня поддержал, потому что действительно очень странно выпускать ноутбуки для креаторов и лишать эти ноутбуки кардридера. Но в случае с Acer все намного проще. Они просто взяли существующие модели по типу нитров, тритонов и всего остального, поменяли расцветку в белый, немного перенастроили систему охлаждения и выпустили как бы ноутбуки для креаторов. В случае с Asus, там ребята разработали другие вообще сами платформы, другие как бы другой корпус, другая материнка, то есть там уникальное железо, и там они, слава богу, оснастили ноутбуки и кардридерами, и кучей всяких других разъемов. Поэтому в плане креаторства вот Asus мне больше зашла на презентацию. Это, кстати, единственный минус вот этих обновленных с 2016 года MacBook Pro. Я говорил, что Type-C — это все фигня, а вот отсутствие кардридера — это то, чего не хватает. Также под нищим Вилта Адреналин пишет: у меня в инсте в рекомендациях начали появляться фотки Джимни, хотя я даже запросы никогда такого не делал. Саня, прекрати, что ты творишь? Прости, я залогинился под твоим аккаунтом и посмотрел. Да. Ну просто они офигенные. Вы просто сами не осознаете, насколько машина крутая. И вы ее гуглите, не осознавая. Вы типа: пальцы, что вы делаете? Они пишут: Джимни. Под нищим Майкл Р. пишет: глобальные перемены — это всегда интересно и, возможно, даже к лучшему. Возникло несколько вопросов по поводу разделения Кедра. Можно поподробнее, какие проекты Кедр, Кадр, Задрот, Ведро теперь будут сниматься и сосуществовать? Это теперь полностью независимые команды? Заранее спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Я скажу так, чтобы быть кратким, это полностью независимые теперь проекты. Будет ли что-то совместно делаться или нет? Я думаю, что будет, мне так кажется. Тем более на Ведре я еще точно буду снимать несколько видео. В частности, про Джимни я хочу обзор снять на автомобильный канал. Мы не поссорились с ребятами, но чисто с точки зрения построения компании мы теперь полностью разделены. Когда стоит вопрос снять хороший контент на Кедр или туда, раньше я всегда думал: так, ну на Кедре я снял, пойду на Кадр сниму.
поняли, что сидеть на двух стульях одной жопой невозможно, поэтому это полностью раздельные проекты. Петр Яковлев. Блин, все белые ноуты выглядят няшно, но эти скошенные углы, ну значит, зачем? Я тоже не знаю зачем, но опять-таки я уже вот только-только об этом сказал, что ноутбуки просто сами, корпус и платформа не поменялась. Это все тот же игровой ноутбук, просто в другой расцветке. И в белом цвете они выглядят действительно прикольно, но все-таки вот эта игровая шутерасность осталась в этих ноутбуках. Вот эти вот скошенные грани, некоторые штуки, не все могут зайти, но это дело каждого. Под айфоном Тарас Залевский пишет. Полагаю, 90 Гц дисплей тоже не завезли. Еще больше задумался о переходе на Android. Смотрите, походу не завезли, потому что мне кажется, они бы про это сказали. Ну, то есть мы не держали его в руках, но, ну, по-любому не завезли, потому что про это уже сказали бы те люди, которые его на hands-on зоне тестили. Но, друзья, его будут покупать в нереальных количествах. И это действительно классное устройство. Просто гики, они вот очень узконаправленно мыслят и считают, что ну раз там вот уже в китайце каком-то есть 90 Гц или там 120 даже Гц где-то, а в айфоне нет, все, он не будет продаваться. Поверьте, это не так. Ваше мнение, это вот так. Мне недавно просто, ну, уже такие старые журналисты, это в хорошем смысле, немножечко окунули в то, что я сам понимаю. Они вот, я начал рассказывать, что да кто купит этот смартфон, вы там про какой-то бренд говорили, который на украинский рынок выходит. И я аргументирую, что у него там микро-USB, у него то, у него то. И они мне говорят, его не купят. Но не потому, что это. Говорят, потому что этот бренд выходит, у них банально они не смогут маркетинговую кампанию построить на уровне с тем же Huawei или Samsung. И, соответственно, они не смогут донести людям информацию. То есть, а да, USB, там, микро или Type-C или что угодно, 90, там, ну, может, 80% аудитории, это те, которые пришли в интернет или в офлайн-магазин, посмотрели или увидели на бигборде, пришли и купили. Соответственно, айфоны, поверьте, они будут продаваться вне зависимости от того, что вы напишете в комментариях, что вы скажете, что это провал, что Муртазин там покудахчет, что-то в третий раз с ума сойдет, я не знаю, что ему дают, блин, на завтрак, обед и ужин, что он такое, блин, пишет. Просто вроде взрослый мужик, простите за слово, но читаешь и не понимаешь. Я, к примеру, по-моему, давно повзрослел сильнее, чем... Удалить все нахрен. Так, Владулик. Здорово, мужики. Что купить? OnePlus 7 Pro с перспективы... Ну, понятно, OnePlus 7 Pro, да, Ром? Дальше давай, можно читать? Не-не-не, давай. С перспективы на 3-4 года, может, даже на 5, если повезет. Или купить какой-нибудь бюджетник за $300-400 Huawei P20, Mi 9 SE, Samsung A40, Redmi Note 8 Pro с возможностью возможной замены через 2-3 года. С одной стороны, дороговат OnePlus, но это Curved экран, 90 Гц, выдвижная камера, так и манят. С другой стороны, через 2-3 года, наверное, любой бюджетник будет лучше OnePlus 7 Pro, ну и стандарты флагмана будут другие. Спасибо. Если у тебя сейчас хватает денег на OnePlus 7 Pro, бери его, но на 5 лет в современных реалиях брать телефон – это крайне глупо. Ну, год-два, и выходит какая-то новая свистоперделка, ты уже хочешь ее. По поводу Curved экран, вот из-за Curved экран мне, честно говоря, вот это единственное, что не нравится в этом телефоне – это Curved экран, потому что вот эти засветы по бокам, они бесят, и изогнутые экраны вот в таких смартфонах – это бред. Мне нравятся больше плоские экраны. Выдвижная камера тоже, я его выдвинул вот вчера во время презентации, когда нужно было с ребятами себяшку завалить, это вот второй или третий раз в жизни я выдвинул тут камеру. Она как бы не нужна. А вот 90 Гц – это действительно круто. Но по-хорошему, вот на твоем месте я бы брал Xiaomi Mi 9. Вот реально, он сейчас стоит копейки, характеристики у него офигенные, три камеры есть, Gcam туда ставится, и вот Xiaomi Mi 9 – это сейчас второй покафон. Потому что в Xiaomi Mi 9 есть NFC, есть беспроводная зарядка, есть сканер отпечатков пальцев под экраном, есть куча современных технологий, стоит он копейки, и ты не потратишь на него много, там реально 8,5-9 тысяч гривен, и ты там через год, через два спокойно поменяешь на что-то другое. Поэтому в твоем случае я брал бы именно Xiaomi Mi 9. Под айфоном Станиславский Г пишет: если для тебя это неплохой дизайн, тогда ты проплаченный извращенец. Отписываюсь. Я вам скажу следующее. Я вынес урок единожды в этой ситуации. Это был iPhone 5.
Они, короче, после всех айфонов, которые были до этого, фронтальную камеру разместили по центру сверху над динамиком. А раньше она всегда была, по-моему, справа от динамика. И это было мне настолько непривычно. Я смотрел на это и думаю, фу, какое уродство, как так можно сделать? Я про это где-то сказал даже. А потом я попользовался и понял, блин, это просто непривычно было. То есть совершенно что-то, ну, по-другому сделали, у айфонов такого не было. И на белом айфоне у меня был белый, эта дырка отчетливо видна. И поэтому я так сказал. Я понял, что я тупанул тогда в своих заявлениях. И единственный потом раз, когда я до сих пор не жалею, что я сказал, это был iPhone 6. Я считаю, что iPhone 6 это реально, ну, это внебрачное дитя какого-то IBM и Microsoft, которая почему-то продавалась у Apple. Это, ну, модель без дизайна. Это просто черновой какой-то дизайн, который пустили в производство. Это мое личное мнение. Но вот с 7-го айфона, заметьте, каждый iPhone выходит. Двойная камера, все пищат, как это уродливо выглядит. Потом выходит моноброк, все пищат, как это уродливо выглядит. Но каждый раз и то, и другое становилось трендом. И, соответственно, я предсказываю, скорее всего, что вот эта камера, она тоже станет трендом. Более того, я вам скажу, что те же Google, у которых, вы же знаете, очень много дизайнеров, талантливейших людей, которые на вес золота, их все хотят себе переманить, огромные компании, но они все равно остаются из года в год в Google работать, чтобы создавать свои пиксели. И даже они, как видите, после того, как стало понятно, какой будет iPhone, они уже показывают, вот какой будет пиксель. И он, по сути, следует трендам 2020 года с такой камерой. Но, друзья, там много таких комментариев. Блин, ну вы серьезно, настолько необразованы, жизнью не научены, что не понимаете, что дело вкуса, это очень персонально. Ну, блин, вам не нравится? А сейчас половина же напишет, что iPhone 6 был охрененным. Да, и я с ними спорить не буду, это дело вкусов. Дмитрий Олегович, установил бету 1 на OnePlus 7 Pro без всяких сбросов, все четко. Почему окей Google? Я не говорил окей Google. Вот видишь, я тоже установил бету, и теперь у меня каждые, блин, 10 минут загорается экран, и Google меня слушает. Меня подслушивает Google. Что касается бетки, я не стал ее ставить, когда был на ИФе, потому что в официальном форуме OnePlus писали, что может быть такой вариант, что бета установится как-то криво, и лучше сбросить все свои данные. А так как я был в поездке, и с основного телефона все это сбрасывать мне не хотелось, поэтому я вот вернулся, поставил бетку, пока пользуюсь. И единственная проблема, которую я заметил на этой бетке, даже две. Нельзя до сих пор снимать на ширик, хотя обещали, именно видео. И второе, это если ты вырежешь текст и нажмешь его вставить, то не во всех приложениях у тебя появляется вот иконка вставить. Телефон вибрирует, он понимает, что ты хочешь, но вставить текст нельзя. Если ты стыкался с какими-то другими проблемами, напиши в комментах, интересно будет услышать. Иван Долгих, ребят, до скольку? До сколько? До сколько? До скольку? Чувак. До сколько можно одинаковые обзоры делать? Это да. Дайте мне инфу, вес аппарата, размер и вес блока питания. Хотя бы покажите блок этого монстра. Говорите, какой где процессор, U или H. Нюансы давайте. А вообще спасибо вам. И это, наверное, к видео с ИФы, да, какому-то? Это видео к ИФы. Да сколько можно такие обзоры делать? Ты же не разобрался. А где недельное использование на стенде, ты мне скажи. Вот другие уже сняли опыт использования. Ставишь палатку и тестишь его там. На самом деле, очень много было комментариев по поводу того, что там действительно, вот, что-то вы запаздываете, там другие уже сняли, там ролик уже сняли, обзор. Это не обзор, это первое мнение. И все люди, которые называют опыт использования, обзоры, вставляют эти теги в видосики с ИФы, они просто вам нагло врут. Если, блин, это просто первый взгляд на устройство. Что я могу вам рассказать об опыте использования этого устройства, если это устройство держу буквально 10 минут в руках и вот только там 30 минут назад посмотрел презентацию на сцене. Это первый взгляд. И я, к сожалению, не могу рассказать, какой вес там у блока питания, потому что все блоки питания, они спрятаны куда-то в столе. И ноутбуки стоят на таких красивеньких стендах, чтобы вы поснимали планчики, да и все. Максимум, что я могу, это и то не всегда взять ноутбук в руки, потому что часто ноутбуки еще по Кенсингтон-Локу подсоединены, чтобы вы случайно их не забрали с собой куда-то в свою страну. И поэтому максимум я могу взять ноутбук, покрутить, рассказать свои первые впечатления, характеристики основные, разъемы, да и свое мнение о продукте вот после презентации, которая у меня сложилась. Что же касается именно процессоров, то во всех, по-моему, вот этих вот про креаторов, про игровые, я говорил, что здесь топовые мобильные чипы Intel, это значит HQ, потому что юшные процессоры в игровых дорогих ноутбуках, как бы, ну тут логично подумать, что юшные процессоры вряд ли там будут использоваться. Андреас Тру, вангую, что ценник будет пятерка зелени. Я понять не имею, каким это видео. Я знаю, потому что я выбираю вопрос.
Я тебе подписываю их. Все, вот продуман. Ромчик, он продуманный. Это касательно ноутбуков с NVIDIA Quadro. И когда я рассказывал на презентации, я не знал еще цену. Но потом я как бы поговорил с представителем компании и прогуглил вообще, сколько стоят в среднем квадрики. И вот элементарно, самый производительный ноутбук от Asus Pro, вот этот Studio Book One, который с Quadro 6000. Сама Quadro 6000 стоит $4,500. Сколько будет стоить ноутбук? Это ты такой сразу около семерки. И ты понимаешь, что это действительно для каких-то очень специфических и богатых креаторов, которым нужен именно ноутбук с таким производительным железом. Потому что в любом другом случае можно просто собрать какой-то десктоп, если тебе нужно в офисе что-то помонтажить. Не знаю, для кого эти топовые ноутбуки, кто будет отдавать такие деньги, но как бы Сашка, он купил MacBook за сколько? Не скажет, но тоже, думаю, задорого. И под айфоном также пишут. Леонид Гудимов. iPhone 11, 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Нормальный же нейминг, Саш. Это ж второе дно пасхалка для русскоговорящих. Ну, Pro Max, да. Я вчера тебе в стриме это говорил. Да? Да. И несколько раз. Я видел, что ты где-то там. Да, iPhone Pro Max. А еще был iPhone для жопы. Был iPhone Success. Ну, люди всегда находят что-то. Креативят. Да, креативят. Они креативны. Это круто. Я люблю, когда народ креативит, то есть, когда аудиторию не надо заставлять что-то придумать, как плиту увидеть в чем-то, там какую-то рожицу. Это же весело. Плекос Лайф. Спасибо, что ответил про Huawei. Вопрос кроме. Наверное, можно ли купить вот знаки препинания, и поэтому я так читаю. Ну, до 15 тысяч нужно подписанину кода и поиграть в доту. Что-то нетребовательное. Ну, чтобы покодить и иногда поиграть в свободное время, я брал бы какой-то ноутбук с хотя бы Core i3 и Pentium с 4 гигабайтами памяти по типу вот в Lenovo IdeaPad. Я пропускал бы вообще мимо себя, поэтому есть вариант Acer Aspire 5, там будет как раз i3, там будет 8 гигов оперативы, и там будет либо MX-130, либо MX-150. Видеокарта, конечно, не мечта, но поиграть хватит. Единственное, что я в твоем случае сразу бы заменил жесткий диск на SSD, потому что сейчас пользоваться в 2019 году жесткими дисками – это жесть. Из других моделей еще можно посмотреть на Vivo Book, там будет немножко меньше оперативы, 4 гигабайта, но зато можно подрезать за эти деньги с SSD-шником. Но в твоем случае все-таки i3, 8 гигов и MX-150, либо 130. И Хируин под Кирином пишет. Каждый год новый Кирин уничтожает старый Snapdragon. Хорош ахинею нести. При смене поколения всегда один производитель временно отрывается. Это никак нельзя назвать уничтожением. Говоря про сравнение процессоров, мы можем вообще просто забыть, что в каком телефоне установлено, и не говорить про это. Но есть четкие факты. К примеру, я могу потрогать факт, что у Кирина лучше энергоэффективность, чем у Snapdragon. В этом он порвал когда-то Snapdragon и обошел его и остается на сегодняшний день впереди. Именно поэтому при одинаковой емкости аккумулятора Huawei живут намного дольше, чем там те же смартфоны с Snapdragon и Exynos. Но даже говоря про производительность, вот недавно я тестировал смартфон на процессоре 855, на Exynos новом, это Galaxy Note 10, и также Huawei P30 на 980 Kirin, и FPS в играх был всегда выше на Kirin. Вот что интересно. Опять же, говори сейчас, что где-то в бенчмарках, что-то там, я говорю всегда свои впечатления, но пока что из заявленных характеристик Kirin обходит даже по бенчмаркам Snapdragon, а если ты спрашиваешь, можно ли так вообще говорить, что порвал? Конечно, можно. Ты что, первый день в интернете? Это для хайпа все делается. Мы говорим, что порвал, и люди идут кликать, чтобы написать такой комментарий, как ты, что вы дебилы, не может Кирин порвать волком. Вот. И так и рождаются просмотры. Нурбар Геймс написал такой комментарий. Зачем ты его оставил? Какой? Потому что он большой. А, ты можешь самое важное, суть передать. Не перестаю удивляться находчивости маркетологов. Народ из года в год просил ноутбуки, которые бы не перегревались и имели достойный набор портов, хорошую матрицу и простой стильный дизайн, но вполне понятные простые хотелки, которые на самом деле не так уж сложно реализовать за дополнительную доплату.
Но, как всегда, бывают производители всех перехитрили. Так выпустили ноутбуки, однако, как отдельную линейку ценник, который многократно превышает таковой на ноутах с такой же начинкой, но для простых людей, типа мы на них будем работать, деньги зарабатывать, значит, можем себе позволить. И вообще оно окупится, хотя по большому счету себестоимость не сильно-то и выросла по сравнению с хламом на 200 нит 40%. sRGB матрица, без кардридера и дополненные тепло трубки, но в разы так точно. Так или иначе, радует хоть какое-то движение в сторону простых качественных ноутбуков, и даже сразу конкуренция какая-то появилась, единственный выбор непонятно. Единственное вообще непонятно, минус конкретно этих ноутбуков, почему зарядка через Type-C Thunderbolt свернуть. А суть какая этого вопроса? Ты выбирал, ты ж такой продуманный весь. Ну, давай. Я не мог запомнить все сразу миллион вопросов. Человек, скорее всего, к тому, что почему производители не выпускают доступные, производительные, надежные ноутбуки на 10 лет вперед. Скорее всего, такой вопрос. Элементарный ответ в том, что производителям нужно зарабатывать. Им не интересно выпускать ноутбуки, которые вы будете использовать 10 лет подряд. Вот такие вот реалии. Сейчас выпускают ноутбуки, которые проживут гарантийный срок, а потом менять, чтобы компании зарабатывали. Вот такие вот реалии, такие вот... По поводу того, что никакого отличия, вот человек об этом, по-моему, сказал, что никакого отличия между игровыми и как бы этими ноутбуками для креаторов особо нет, там квадру поставили, да и все. На самом деле отличие есть, и оно заключается в том, что, по крайней мере, так говорили представители Asus, что они поработали, мало того, что система охлаждения немного отличается в ноутбуках для креаторов, и, во-вторых, немного отличается именно настройка питания самого процессора. И вот элементарно, если вы берете какой-то игровой ноутбук с 1080 Ti, например, какой-то Zephyrus, например, от Asus, и там есть у вас три режима работы, это Silent, Balanced и Максимальный. И приятно, конечно, иметь возможность работать в Silent, и чтобы процессоры, видеокарты работали на максимум. Но в игровых устройствах в режиме Silent зарезаются частоты как по процессору, так и по видеокарте. А в этих профессиональных ноутбуках для креаторов в самом тихом режиме, и вот как раз таки он обеспечивает работу ноутбука до 39 дБ, чтобы шум не повышался, там и процессор, и видеокарта работают на заявленных официальных частотах от производителя. То есть, условно, если у вас процессор там 2,2 ГГц, i7, то он и будет работать на эти 2,2 ГГц. Это стабильно. Турбобуста не будет, но зато у вас будет номинальные частоты есть, и ноутбук работает тихо. А в игровых ноутбуках в самом тихом режиме эти частоты будут заметно ниже, потому что вот как-то так там настроено именно питание процессора и охлаждение. Я засыпаю. Доброе утро. Александр, вон кофе стоит, можешь сёрнуть. Олег Гол, с такой скоростью рассказа столько информации, даже Тина Канделаки поднапряглась. Я сам на... Здравствуйте, строители. Спасибо. Я сам на самом деле высадился, когда посмотрел видосы, я очень быстро как-то начинал. Всем привет, я с вами Роман, на канале Кедруком, и сегодня... Я такой, нифига себе, как будто X2 включил. Но хотелось бы максимально за короткое время дать максимум информации, потому что не всем, не у всех есть времени на долгие 20-минутные ролики, поэтому делали вот максимум 10 минут, быстренько, качественно про все рассказать. Я вас найду. Под днищем. Семен Куртев пишет. Привет, Кедр. Смотрю вас давно и с удовольствием. Как вы считаете, Ребзя, есть ли смысл в 2019 году покупать Samsung Gear S3 Frontier? Если нет, какие вы посоветуете смарт-часы примерно в этой ценовой категории для подвязки к Samsung S8+. Заранее спасибо. Продолжайте в том же духе. Говоря про Frontier, это одни из моих любимых часов Samsung, которые они выпускали. В свое время они стоили 10 тысяч гривен, и за эти деньги были просто отличным вариантом на фоне конкурентов. Сегодня их можно найти в среднем где-то за 7,5-8,5 тысяч гривен. Я считаю, что лучше вы ничего не купите для связки с Samsung, ну или другим Android-смартфоном. Почему? Потому что в Украине, к сожалению, не работает Samsung Pay, но вообще в них есть такая функция. Но даже без этого они быстрые, они реально красивые, они защищены от всяких там брызг и всего прочего, но надо помнить, что фронтьеры не защищены для плавания, в них тоже учтите, то есть они брызгозащитные, но на них можно закинуть подкасты, музыку, однако, конечно же, я бы такие не купил ни при каких раскладах, потому что для меня смарт-часы это теперь уже, это устройство, которое не только трекает спортивную активность и показывает время, да, они там фронтьеры еще и живут долго, но это удобство для того, чтобы не загружать музыку на них, подкасты, а прям
прямо с часов слушать. Вот, к сожалению, Samsung это делать не умеют. Ну и, как я сказал, Samsung Pay у нас тоже не работает. Но альтернативы просто за эти деньги нет. Те же Huawei GT Watch, это просто будет смарт-браслет, фитнес-браслет с маленьким количеством каких-то вообще функций. Ухов, ухов! Рома, ты красавчик. Спасибо. Просто чтобы вы знали, Рома выбирал эти комментарии. С удовольствием посмотрел новости, которые мне совсем не нужны. Ну как это? Ну мы же выбирали новости. Вот Женя за кадром стоит, он выбирал новости под этот выпуск. Ну офигенный же выпуск. Как это не нужны? И про смарт. Ну, спасибо, что Рома красавчик, это греет душу. Кстати, новости тоже важны. Обсудить, почему все-таки вы занимаете два парка места двумя смартами. Чувак, вот ты сейчас нарываешься на разборки между смартоводами и джимниводами. У тебя машина не особо больше. Давай так, она больше. Чувак. И у меня привода на колеса ровно столько же, сколько у вас на две машины. А у нас багажник есть? Да. А у нас есть багажник? И у меня. У меня причем и маленький сзади, и... У тебя либо два человека и багажник, либо четыре человека и нет багажника. У нас то же самое, как бы, либо два человека и багажник, либо четыре человека и нет багажника. На крыше. У нас тоже может лечь человек на крышу. Под нищим. Олег Саламаха пишет. Саня, поделись своим профилем на Apple Music, буду рад подписаться. Нравится твой музыкальный вкус, судя по трекам в роликах. Давно хотел уже написать «Стригерил Слипнот». Стригерил. А, это не имя. Что? Я думал, он подписался Стригерил Слипнот. Имя и фамилия. А, кстати, хорошее имя. Стригерил Александрович. Короче, если ты будешь слушать музыку, если ты хочешь слушать музыку, как я вставляю в видео, то тебе не стоит на меня подписываться, потому что в видео я вставляю музыку, как бы стараясь показаться людям адекватным человеком. А слушаю я исключительно хорошую музыку. Но где-то меня там можно найти, Ляпота Саша, как везде. А там можно? Я вот не умею до сих пор что-то сделать. Хорошо. Михаил Михайлов. Гейминг и ноутбуки – это абсолютно разные истории. Производители упорно стреляют мимо рынка из года в год. Максимум – это использовать ноут в качестве карты захвата. Как ты будешь использовать ноут в качестве карты захвата? Мне это очень интересно, потому что HDMI в ноутбуках работает на вывод, а не на прием изображения. Но то ладно, тебе все равно нужно авермедиа, чтобы захватывать. Как-то сейчас ты мимо комментарий написал, потому что я сам когда-то очень скептически относился к ноутбукам из-за того, что они оверпрайснуты, и зачем я соберу комп, и он будет... Тише, еще скажи, что MacBook вот он не для все, игр, да? И MacBook не для игр, вот эти все приколы. Но чем больше я начинал пользоваться ноутбуками, хорошими ноутбуками игровые, тем больше мне они нравились. Потому что, во-первых, я могу носить с собой, сейчас я пользуюсь Asus Zephyrus M. Он меня устраивает вполне. Он 18-го года, дата мне RTX, мне нужно по работе, я поработал. Мне нужно поносить, переместить куда-то, он до 2 кг сравнительно легкий, я имею портативность, и при этом появилась у меня какая-то свободная минутка, появилось желание, я просто сел, достал мышку и спокойно играю в современные тайтлы, и 144 Гц экран. У меня дома на обычном моем десктопном компе нет 144 Гц. И иногда я дома даже не включаю комп, я просто ставлю ноутбук возле своего компа, закрываю монитором свой монитор и играю на ноутбуке, потому что 144 Гц это действительно круто. А те люди, которые начинают писать, что вот биологами, химиками, физиками доказано, что человеческий глаз не видит больше, чем 24 кадра, и вот это вот весь бред, попользуйтесь нормальными ноутбуками либо мониторами 144 Гц, у которых есть или выше, и вы никогда в жизни не сможете вернуться на 60 Гц. То же самое касается телефонов. Я вот пользуюсь OnePlus 90 Гц. Когда я беру другой телефон, такое впечатление, что он тормозит. Или да, с экрана не видно что-то ничего. Не то. Чувак, Ты можешь на компьютере поставить на ночь, запросто рендерить ролик 8-минутный. Саша Трохолис, это наш сотрудник. Я не заметил. Ты не заметил, Сашка, да? Сашка, родненький. Привет, Сашка. Он пишет, дети – это как отдельные секс-машины. Меньшинство. А зачем ты выбрал этот комментарий? Секс-меньшинство. Меньшинство. Ну, я к тому, что многие писали, типа, ох, хороший кек. Я не имел в виду задеть там чувства детей. Я просто к тому, что... Чувак, я уже все сделал за тебя, не оправдывайся. Я к тому, что сейчас все больше и чаще
людей собирают в некоторые группки, и некоторые начинают эти группки обижать, а некоторые эти группки начинают защищать их права. И вот это вот все толерантность, меня это все бесит. Денис Крюков. У Smart была только доедрен батон. Ну ты серьезно? Ну ты про джим не разговариваешь в пол выпусков кедров, ну, логов. Ну давай посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Витя, для тебя и для меня. Смартоводы. Так вот, у Smart была только одна годная машина. Родстер. А нет, подожди, это была Тесла. Все, пока, отписываюсь. Ты что вообще? Не, ну мне... Но, по-моему, они от нее отказались. Никогда не понимал, кому вообще нужны эти кубарики. Если нравится не до машины, зачем переплачивать? Вот она... Ака, чувак, вот зачем ты это взял? Я теперь вспомнил комментарии под своим видео с Джимни. Мне ж пишут... Могу помочь. Могу помочь. Сейчас Сири к тебе придет, и она поможет. Зачем, объясни мне, зачем? На самом деле нужно воспринимать и плохое мнение, и хорошее. Надо вот ко всем людям прислушиваться. Ну, хотя, с другой стороны, я-то должен тебе прислушиваться и должен воспринимать и плохое, и хорошее мнение, а ты просто должен правде в глаза посмотреть на человека. У тебя нет багажника. Так вот, и машина у тебя желтая, понял? Вот, касательно смарт, ты можешь относиться к ним хорошо или нехорошо, как бы некоторые вот это, что у тебя там, что-то вот маленькое, либо что-то большое у тебя, и поэтому ты выбрал смарт, и смарт не машина, или смарт машина, эти все разговоры опустим, каждый относится как хочет, мне смарт нравится, всем устраивается, главное не Матис и не АК, да, потому что то не машины. Касательно родстеров, действительно, компания выпускала около 2 лет родстеры, всего было выпущено 40 тысяч штук по всему миру, и они действительно сейчас обретают статус как бы уникальных единичных машин, и чем дальше, тем меньше становится этих тачек. Но прикол в том, что пусть они и взяли от обычных смартов те же, вот тот же двигатель по факту, та же плюс-минус подвеска, но запчасти там в большинстве своем уникальные и не подходят от обычных смартов. И я сам когда-то рассматривал родстер как, ну, типа тачку поменять. Сначала на смарт покатался, и как бы родстер нужно брать. Но родстер обслуживать все сложнее и сложнее, запчастей на них практически нет, а какие-то пластиковые детали только с доноров и со всего остального. Поэтому смарт — это так: купить, восстановить и родстер, и поставить где-то в гараже и смотреть на него. Тачка прикольная, но на каждодневное использование вряд ли подойдет. На самом деле, я должен сказать, мне Smart нравится. Если что, то будут меня сейчас щемить там. Ну, просто я еще работать вместе, поэтому. Да. Но не твой. Вот это вот все комментарии, которые вы написали нам за неделю. Пишите новые комментарии под этим видео, задавайте свои вопросы также под всеми нашими другими видео. Смотрите все наши каналы. Вот еще 2 видосика можете заценить. Простите за эхо, если есть оно в этой студии, потому что эта студия новая. И скоро все поменяется, правда, Саш? Ага, он говорит ага. Если все это сделали, подписочку, лайк прожали, всех своих обнял. И до встречи в следующих.